Мы вышли на прогулку. Привет. Сегодня у нас Campbell Track Park. Все, такой вот лес. Мы уже узнали обозначение, что здесь мы можем встретить медведей, чтобы мы пели песни, разговаривали. Hello. Опа. Там такие вот. Сейчас немножко поснимаю. Птички поют. Сегодня не солнечно. Пасмурно. Возможно, будет дождь. Ой, запах этой хвои. Боже, как же это круто. Вообще. Птички поют. Я люблю такое. Вот мы, в общем, только-только вот зашли. Деревья, правда, тут никто не убирает. Сломанные, да? Ага, белочка. Спряталась, отвернулась такая. Ага. Затем не ночи-то. Потому что, наверное, против света. Вот обозначение, что ничего нельзя трогать. Даже если они вот сломаны, эти деревья, не трогать. В принципе, мы это и не собираемся делать. Идем дальше. Вы послушайте, как поют птицы. Ой, красота. Немножко релакса. Реально настроиться на волну природы. То, что вечно, пока ее не разрушат. В общем, вот такая вот дорожка. Видите, мы любим путешествовать. Точнее, мы постоянно путешествуем с коляской. С коляской здесь можно легко покататься. Ну, конечно, я не знаю, насколько легко, потому что Катя, ты Мурат. Ой, как поют птички. Ну, теперь мы знаем. Ой, да, как это я не засняла. Птичка какая-то такая красненькая. Теперь мы знаем, почему деревья, которые лежат на полу, их никто не трогает. Запрещено законом. Нельзя. Поваленные деревья. Специально же это где? Да, но это, знаешь, додает какой-то мистики даже. В этом все. Если честно, я немножко иду и немножко боюсь. Время 5 минут. Мне все больше и больше напоминает это все Крым. Студенческие годы у меня была возможность, я работала в Крыму, в детском конно-спортивном лагере вожатой. Вот, и мы там часто ходили в походы по разным пещерам. Максимально, по-моему, расстояние было 25 километров. Природа, ну, очень похожа. Единственное, там вместо берез чуть другие были деревья. Такое чувство, что я опять в Крыму. Правда, здесь больше елок. Нужно было посмотреть, сколько километров вообще здесь дорога продолжается. Сколько вот так вот можно ходить пешком. Вообще на Аляске один из самых любимых видов спорта – это кататься на велосипеде вот по таким вот паркам. Второе – ходить в походы, и третье – уже кататься на трейлере. Вот. Мы пока ходим в поход. Ну как в поход? Мы пока просто прогуливаемся, когда у нас есть свободное время. А мы продолжаем идти по лесу. Наслаждаемся природой, пением птиц, фотографируемся. Завтра у нас начинаются будни. Едем в Тимуркину школу, знакомимся с учителями. Смотрите, сколько шишек. Будем знакомиться с учителями. 28 августа у него начинается учебный год. Но мы имеем право еще несколько раз до 24 мая съездить с ним на пробные занятия. Завтра, если получится, то засниму вам. Я еще все с вами делюсь.
Надеюсь, хоть чуточку. О, гнездо там чьё-то. Это, по-моему, это уль. Нет. Это птичка какая-то. Интересно, кто-то знает, что это такое? Я сначала подумала, что это маленькие ёлочки. Так интересно растут из-под листвы. Недалеко от пня. А, все здесь в мху. Вся семья вышла. Ай. Люди катаются на велосипедах. Вышли к такой вот площади. Campbell Creek Science Center. Там, в принципе, еще дорога дальше есть, но мы решили почитать информацию. Вот мы подходим ближе. Так классно сделали с рыбками вход. Птички полетели. Так, собачки должны быть на поводке, объявление написано. Класс, такие трафаретики. О, большая рыбка. Идем. Наша дорога, походу, бесконечная. Она идет, заканчивается. Бесконечная. Она ведет, мне кажется, уже к самой горе, поняла? Ну, птички поют. В общем, здесь какой-то научный центр. Мы к нему подошли. Там вот еще дальше тропа, куда можно пройтись. Ой, какая пещера. Да, сегодня закрыто. Завтра. Зайдем, может быть, завтра. Камушки разрисованы. Классная идея. Тоже как зона отдыха. Тоже можно идти гулять. Нужно приехать сюда в другой день, когда будет открыт научный центр, и узнать больше информации об этом месте. Очень интересно. А вот и карта, где мы гуляем. Как видите, очень много разных тропинок, можно заворачивать. Гулять и гулять. А также обозначение, так как мы живем в стране, где есть медведи. Правила, которые мы должны выполнять для того, чтобы не встретиться с ними. Более безопасно быть, конечно же, в группе людей. Не одевать наушники, то есть быть начеку. Собака должна быть на привязи, на поводке. Или оставьте ее дома. Носите с собой спрей от медведей. И не кормить медведей. И никогда не бежать от медведя. В общем, больше информации вы можете прочитать здесь. Вот. А также правила, как вы должны пользоваться тропой. То есть велосипедист уступает пешеходу и человеку с собакой. И оба они уступают человеку на лошади. А вообще, вот это вот место, которое мы обходили, это место для посадки геликоптеров, вертолетов. Ну, сейчас никого нет. В общем, тут как раз тоже правило, что нельзя ловить рыбу с 15 апреля по 14 июня. Это как раз нерест у рыбок. Сэлмон вообще нельзя ловить. Круглый год здесь. Мы идем дальше. Замечательно прогулялись, надышались свежим воздухом хвойным.
Сейчас уже едем домой. Завтра собираемся первый раз ехать в Тимуркину школу, Bowman Preschool. Постараюсь все это вам заснять. О, Тимурчик готовится. Да. Хорошего вам дня. Всего доброго. Пока.